сделать в Китае православную религию официально, наверное, не получится, потому что все-таки это другая страна с другим укладом. Там большинство населения исповедует другую конфессию. Но, тем не менее, присутствие православной религии в такой огромной серьезной стране – это вещь необходимая. Несмотря на то, что церковь наша отделена от государства, но, тем не менее, сохранение тех островков, которые сложились ввиду исторических условий в разных странах, я считаю крайне необходимым. Будь то Китай, будь то католические страны, будь то даже другие славянские, в том числе, страны, но присутствие Русской Православной Церкви, их дворов, их посольств, я думаю, крайне необходимым. И это составная часть, в том числе и влияние и уважение к государству.